И вот очередная ночь в разработке подошла к концу и начинается рабочий день. Я хочу рассказать о том, как количество людей в проекте усложняет работу разработчика, будь то программист или художник или любой другой член команды. К примеру, когда вы работаете в маленькой группе людей, 3 человека, можно контролировать, в принципе, изменения проекта и ход самой разработки. Но когда у вас в команде, к примеру, 50 человек, все люди в геймдеве очень креативные. Не знаю, как насчет разработчиков, но все остальные просто из них фонтанируют идеи. Эти идеи могут понравиться тем людям, которые могут влиять на судьбу проекта и развитие проекта, и они могут интегрировать эти идеи в задачи. И может случиться так, что за месяц, за неделю до релиза придется переделывать интерфейс и интегрировать его с кодом. Либо добавляются какие-то механики, либо еще что-то происходит. И предрелизная подготовка проекта – это и без того сложная задача, которая требует максимум концентрации, внимания и времени. И тут начинаются глобальные перестройки проекта. Так вот, когда людей в проекте много, проект разрабатывать становится намного сложнее.